Как говорится, от великого до смешного один шаг. Изящная античная Фемида приговорила к сносу могильный памятник архитектурному ансамблю площади Гагарина. Однако творческая рассеянность мешает приходу разрушительной техники. Группа архитекторов Петрозаводска выиграла суд, но до сих пор не сообщила об этом судебным приставам. Известно ли вам, дармоеды, что на свете есть множество ребят, которые попусту теряют время? Так что ВОЗ и ныне там. Нет исполнительного листа у службы судебных приставов, нельзя и демонтировать скандальный штырь с часами. А под лежачий камень вода не течет. С другой стороны, группа противников всякой архитектуры вообще 2 года назад сообщила судебным приставам решение суда снести Невский пассаж. А толку? Не имеешь права, старший приказал. Обещанного 3 года ждут. Видимо, весь личный состав судебных приставов пока занят отъемом телевизоров у алкоголиков. Как все отнимут, так сразу и займутся незаконной пристройкой. Их старшой недавно подтвердил. Старшой, я. Приставы обязали Цмугуновых до 15 июня подготовить проект сноса Невского пассажа. Можно? Разрешаю. Спасибо. Пока не дошло до судебных приставов, решение по нашумевшей тяжбе карельская полиция против народной мудрости. Неприличными словами не врутся! МВД потребовало признать порочащими честь полиции 2 пословицы. «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и «Законы святы, да законники, лихие супостаты». За всю многолетнюю практику у народного судьи не было такого странного, парадоксального дела. Верховный суд Карелии вынес как минимум остроумное решение, процитировав газетчикам поговорку «От сумы до от тюрьмы не зарекайся», что, конечно, было встречено в штыки калевальскими экспертами по части применения народной мудрости. Редакция газеты «Северные берега» направила кассационную жалобу в Президиум Верховного суда Карелии на решение, требующее опровергнуть пословицы. Не бери на понт, мусор! Ну что за вульгарные у тебя выражения, Мань? И о прекрасном, наконец, фигурально выражаясь, само собой, завершился студенческий конкурс красоты среди привлекательных особей мужского пола «Мистер ПетрГУ-2016». Самое главное финальное шоу состоялось на сцене ПетрГУ, где и были названы победители. Корбан Даллас! Победитель конкурса компании «Фрикадельки-близнецы». Отличный способ культивировать среди студентов мужского пола образ смазливого эксгибициониста. Однако после педофильского скандала в речном училище подобные мероприятия в учебных заведениях выглядят неоднозначно. Как прошло? Знаешь, я в шоке. Хотя, возможно, это сознательный выбор взрослых людей. Словно юные девы, мистеры ПетрГУ тоже хотят, чтобы на них обратил внимание богатый спонсор и увез в закат на своем дорогом автомобиле. Я вообще не могу стать твоей женой. Почему? Я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки.